Пожаловались в прокуратуру. Жильцы дома на Октябрьском проспекте 60 сегодня написали обращение в контролирующий орган по поводу состояния проезжей части. Несколько подъездов этого, а также соседнего 58-го дома выходят сразу на Октябрьский проезд, на котором нет тротуаров и дорога является по совместительству двором единственным подходом к подъездам. Но снег с проезжей части ни разу в этом году не убирали. Тем временем в дирекцию дорожного хозяйства поступало несколько заявок от жильцов с просьбой почистить территорию. Напомню, материал на эту тему выходил в нашем эфире в прошлую пятницу. В этот же день из администрации пришел ответ, что дорогу к понедельнику почистят. И в выходные здесь действительно побывал трактор, но снег не убрал, а только раскидал его по сторонам. А колеса проезжающих машин, в свою очередь, стащили снег обратно на проезжую часть.